Всем большой привет! Сейчас хотел вам показать один прием, который поможет вам убрать внезапно возникшее такое неприятное явление, как звон или шум в ухе. Особенно это касается случаев, когда он возник в результате баротравмы. Баротравма – это какой-то взрыв или изменение резкое давления, допустим, при запуске фейерверков, других вещей. Этот звон появляется и не исчезает. Я хотел показать вам прием, который позволит убрать это явление, то есть снять эту баротравму. Прием очень простой. Нужно будет вам кончиком пальца или мизинца, или указательного, вот так вот проникнуть в ухо, как бы вкрутить его, и затем резко его вытащить оттуда, кончик пальца, и резко вытащить. Таких движений нужно сделать 5-6 с левым и с правым ухом, если шум или звон идет в правом ухе. Таким образом вы снимете вот этот звон в ухе или баротравму, последствия баротравмы. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик.